Всем большой привет! Сегодня хочу показать мой самый любимый вариант снежинки. Это снежинка пушинка. Если вам интересно, тогда оставайтесь со мной. Для такой снежинки нам понадобится бумага нужного цвета и ножницы. У меня бумага голубого цвета формата А4. Мы должны с вами сделать из формата А4 квадрат. Я делаю это вот таким образом. Эту часть не спешите выкидывать, она нам понадобится. Надо еще сюда вместе сделать, чтобы из нее две снежинки. Вот так вот. У нас получился ровный квадрат размером 20 на 20 сантиметров. Мы его сворачиваем по диагонали. Далее сворачиваем еще в один треугольник. Также делаем третий треугольник. Все края у нас должны быть ровно сложены. У нас должен получиться вот такой треугольник. И здесь у нас должны быть вот такие три сложения. Вот это наш центр, наша снежинка, да? Нам вот эту нижнюю часть нужно сложить вот так, чтобы вот этот центр у нас же был остренький такой треугольник. Делаем так. Вот, у нас получилась вот такая фигура. Вот эта часть у нас лишняя. Нам нужно сделать такого же размера, чтобы получилось треугольник, и вот так отрезать, чтобы вот эти части были одинаковые. Вот так. Вот. Такая фигура у нас получилась. Вот это наш центр середины снежинки. Переворачиваем вот так. Вот это отрезанная наша часть. Теперь нам нужно делать вот такие надрезы. Чем тоньше мы их будем делать, тем пушистее будет наша снежинка. Дорезаем не до конца.
Все, теперь нам нужно нашу снежинку аккуратно развернуть, чтобы не порвать, потому что она у нас очень хрупкая и пушистая. Такая вот у нас пушистая снежинка получилась. Я чем люблю эти снежинки, то что они получаются очень пушистые, их можно делать в разных цветах. Сейчас я хочу сверху наложить еще белый цвет. Давайте я вам еще раз покажу, как это делать. Это у нас снежинка была размер 20 сантиметров, мы отрезали 20 на 20. Сейчас сделаем такую же, только немного поменьше, 15 на 15 сантиметров. Также нам нужно сделать квадрат. Вот у нас. Делаем еще один треугольник. И еще один. Также вот у нас получается три деления. Вот это у нас середина. Теперь складываем вот так, да, нашу серединку, делаем более острый. Вот эта часть у нас лишняя. Отрезаем такой же треугольничек с этой стороны. Ничего не повредить. Такая снежинка очень пушистая, красивая у нас получается. Давайте еще с вами сделаем чуть поменьше снежинки, чтобы она была такая четверная у нас, пушистая.
Вот такая красота у нас получилась. Если вам так же, как и мне, нравятся такие пушистые снежинки, обязательно ставьте лайк и начинайте готовиться к новогодним праздникам.